Потомственная гадалка и сновидящая именно такую роль примерила на себя ранее судимая 43-летняя жительница Усолья. Женщина представилась целительницей и за вознаграждение обещала снять порчу. Одной из пострадавших стала пенсионерка из Ангарска, которая дала мошеннице 60 тысяч рублей. Полицейские ищут тех, кому подозреваемая предлагала помощь, ведь, к сожалению, жители Иркутской области нередко попадаются на подобные аферы.